Всем привет! Мы приехали в Пески показать, на каком этапе сейчас здесь идут работы. Поэтому давайте вкратце вам все покажу. Ну, остальное, как всегда, вы увидите с дрона. Значит, крыша у нас в технологии двойного фальца. Вот. Здесь пока временные крышки находятся на колпаках. Вентилируемый конек. Здесь тоже вентилируемый конек. Тут у нас башня с шашечкой. Здесь еще будет делаться все, заканчиваться. Здесь все хребты будут заканчиваться тоже реечкой, галстуком. Здесь сделано вот так вот заклонка от башни. Вот и пойдем. Сейчас я вам еще снизу покажу. Обойду здание. Значит, находимся мы здесь. Сбоку. Желоба. На пайку сделаны. Вот здесь уже брусочек поставленный. Здесь будет набираться галстук элементами. До самого конца не ходи, там подпорок нет. Хорошо. До середины борщ спел, до самого конца. Оно выдержит, конечно, но лучше не надо. А здесь и солнце мешает. До конца, говорит, не ходи, там подпоры мешают. Ага. Здесь еще будет делаться подшива. Я сейчас с другого бока покажу, уже сделанные. А вот. Углы вот на пайку. Соединены. Отлично. Ну и пойдемте покажу снизу, как это все. Так, и вот вся подшива и вот эта вот часть, все будет подшиваться металлом, делается каркас и подшиваться металлом. Вот как здесь примерно. Солнце отсвечивает. Отойду. Такой вот эркер красивый. Думаю, сейчас еще на дроне подлетим поближе, посмотрим. И вот она подшила. К сожалению, не видно. Отсвечивает. Сейчас попробую подняться на леса, показать это все поближе. Так. К
солнце мешает. Вот так вот кассетами. Дуобразные фальцы. Вот так вот. Ну что, пойдемте. Прилетаем на копты. Все. Пишите комментарии обязательно. Что снимать еще?